перевез я свой магазин и установочный центр Фонтан на Citroen C5 второго поколения, установили головное устройство на базе Android от компании Teisi. Модель CC3 с диагональю экрана 10,4 дюйма и разрешением экрана 2К. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. Адаптировались с габаритами автомобиля, при переключении света автоматически регулируется яркость. Яркость также можно регулировать вручную. Также все кнопки на руле работают. Громкость, выключение звука, переключение треков и кнопка меню также работает. Штатное головное устройство убрали, вместо него можно поставить кармашек такой пластиковый, куда можно убирать телефоны и прочие вещи. На данный автомобиль уже есть подобные решения. Дополнительные USB-порты и слот под сим-карту вывели в бардачок автомобиля. На экране отображается информация о открытых дверях. И также информация по парктроникам, как передним, так и по задним. Также в пункте меню автомобиля вводятся штатные настройки по автомобилю. Все работает максимально быстро, плавно, удобно всем пользоваться. Здесь есть все современные мультимедийные функции, есть все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение с Play Market, а самое популярное здесь уже предустановленное. YouTube, Яндекс.Навигатор и множество других. Есть возможность подключения Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Есть эквалайзер для настройки звука. Дополнительно еще в автомобиле установили видеорегистратор, управление которым идет через магнитолу. Здесь, как вы видите, изображение с видеорегистратора. Можно просматривать ранее записанные материалы и все настройки по регистратору. Также здесь есть система ADAS. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!